Маргарита. Ее тайну мне не разгадать. Вот как я вам говорила, все у меня заморожено всегда. Сын пока спит, втихаря лук целый просто кину. Там-то все у меня сделано. Вот картошечка заморожена, курочку я сегодня делаю. И буду борщ. Но все я делаю. Пока не видит, я быстренько брошу. Я люблю, когда много лука. Ну, он не ест у меня. Ну вот, потом покажу вам, что получится. Ну, что получится. Там тут все есть. Буквально. Решила 2 пакетика сделать. Почему? Хочу погуще прямо сделать. Густой, да густой. Захотела густой. Вот. Картошечки потом. Вот это. Запотело, видите? Запотевает лук у меня там. Пит, я его потом вытащу и все сама себе потом нарежу. Помидорок еще кинула. Сейчас буду кидать борща. Еще борщ туда не кинутый, замороженный. Вот что у меня вот так вот, вот так вот. Видите? Вот что у меня получилось. Лучок здесь такой вот. Он еще и дает прозрачность, честно говоря-то. Так, ну все. Запотевает. Все, он готовый. Сейчас закрой, постоит часик. Так-то вообще борщ едят на следующий день, по идее-то. Но там еще у меня, я когда делаю, еще фасоль добавляю. У меня дома там уж не любил фасоль, как бы когда добавлена в борщ. А здесь я добавляю, мне нравится фасоль. Это мой папа так ел борщ. Поэтому я говорю, я все делаю, когда-то делали мои родители, бабушки, дедушки. Всегда вот так делаю. Все, сейчас. И будем кушать. Готовы со сметаночкой. Здесь фасоль. Все здесь есть. Вкуснятина сейчас буду есть. Размешаю со сметаночкой. Можно еще чесночок. Как у меня отец сделал чесночок. Тык-тык-тык. Надолбить. Его как бы растереть. Чесночок. И туда тоже вкуснятина. Если вы хотите видеть, как я живу в Канаде без знаний иностранных языков, подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Привет, Горбачиха из Канады. Я уже с утра пола перемыла, все сделала, позанималась немножко. Сейчас идем на улицу, и я буду, ну, кое-что показывать, но это еще будет мой секретик, что, для чего я это делаю. Вот, мудрю. Для чего я это делаю? Это еще секретик, секретик. Давайте, сейчас все, идем на улицу. На улице сегодня хорошая погода. Да, сразу покажу. Видите, все, разобрали. Нет у нас навес. Я же говорила, что будем разбирать. Это будем разбирать. Все, сынка вчера разобрал. Все, навеса нету. Вот так вот. Ладно, это я по ходу вам это рассказываю. Если вы хотите видеть, как я живу в Канаде без знаний иностранных языков, подписывайтесь на мой канал. Ставьте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Тут у меня тут всякие доски, всякие это. Вот для чего я делаю, это потом я расскажу. Но это я нашла, у меня было на заборе картинки мои. Но я их все убрала, сказали же убрать. Ну, вот такие вот у меня. Я это закрашу, как бы делаю. Вот такие картинки я рисовала по забору. У меня были так приклею. Там вот это. И вон там еще у меня стоит. Вот. Ну, такие. Вот сейчас из них нашла доски эти. Сейчас буду делать. Не знаю, что получится. Ну, мне кое-что надо сделать. А потом покажу, что получается у меня.
палец поранил на губу. Thank you.
Если вы хотите видеть, как я живу в Канаде без знаний иностранных языков, подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Если вы хотите видеть, как я живу в Канаде без знаний иностранных языков, подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Итак, из говна слепила вот такую вот. Здесь вот потом сделаю, ну, что-нибудь из деревяшки, что-нибудь красивое. Здесь я положу стекло потом. Это вот так вот у меня. Это открывается, закрывается, поднимается, закрывается. Вот такую хреновую. Да? Это для... Не скажу этот секрет, у меня зимы, у меня много видосиков. Сейчас быстро закрою, вон, еще палки остались, сейчас закрою вот этой пока. Что-то хмурится, я еще даже не ела, время уже позднее. Это есть-то ладно. Чуть не проболталась. Это тоже надо. Это вот я рисовала, на говорю, на забор тут раз. Я уже объясняла вам. Все стерла. Ну ладненько, давайте, а то я побежала. Надо все это убирать.